Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенко. Глядіть у гэтым випуску. Беларусі і Росії необхідно розвивати супрацовніцтва у сфері IT. На гэтым акцентував увагу надзвичайний повномоцний посол Російської Федерації у Республіці Беларусь Яўген Лук'янаў. Уборочная кампанія под контролем. Ситуацію у полях моніторить прокуратура і МНС. Абітурієнтка са Жлобіна стала абсолютною рекордсменкою уступної кампанії. Яна отримала 400 балів з 400 махчимих. А зараз об гэтым і іншим більш подробязно. Надзвичайний повномоцний посол Російської Федерації у Республіці Білорусь Яўген Лук'янаў протягує знайомство з Гомельською областю. У програмі візиту – зустріча з керівництвом регіона і наведування шергу предприємствів. Сучасний стан і перспективи розвиття двухбокових відносинів у матеріалі наших кореспондентів. Беларуска-российское супрацовництво зараз явно находится на уздыме. Подчас встречи посла с керавництвом Гомельского облвыканкама огучиваются лишбы. За 5 месяцев этого года товарооборот нашей области с Российской Федерацией повелишился амаль на чверть и досягнул 2 470 000 000 долларов. При этом показчики поставок полепшились во всех основных экспортеров. Больше как удвоя у белорусского металлургичного завода. На 40% у Туровского молочного комбината, на 13% у Рогачевского молочно-консервового. При этом баки перакананы, у краин есть резервы для поглубления супрацовництва. Машиностроение, молочка, то, что называется сельским хозяйством как таковым, я думаю, что это вот три основных отрасли, которые уже реально существуют и работают. Наиболее перспективным направлением, мне кажется, в современном мире, в этом очередном технологическом переделе или укладе, это сотрудничество в области высоких технологий. То есть то, что называется так просто IT, или все, что связано с этими высокими технологиями, с высокой добавочной стоимостью. Это то, что нужно развивать и нам в России, и вам в Беларуси. И объединять эти усилия, я думаю, сам Бог велел. У якості прикладу узаємовигадного супрацовництва у сфері IT-технологій – проєкт, який зараз реалізується на білорусько-російському предприємстві «Бранск-Сельмаш». Тут освоїли випуск зерньоуборочних комбайнів, які працюють на автопілоті. Використання розумних машин дозволяє гарантувати стабільну якість при рості продуктивності до 20%. Сегодня вогуле можно казать об поспеховой деятельности совместных предприемств. Только на Гомельщине зараз зарегистрировано больше как 360 компаний с российским капиталом. 12 из них являются резидентами свободной экономичной зоны. Товариство «Миртек Инжиниринг» относится до их лику. Створенное в 2012 году на 100% российские сродки, зараз оно вырабатывает сучасную электронную продукцию. Лишильники электроэнергии, воды и газа позволяют контролировать расход ресурсов в автоматичном режиме. Статус резидента Беларуска СС дає можливість економити на некоторих податках і накеровувати гэтыя сродки на далейшее поширення вытворчасці. Сёння у составе товариства некалькі уласных конструкторских бюро і роботизаваныя технологічныя лініі. При гэтым продукція сумеснага прадпрыемства оказалася запатрабаванай як у Беларусі, так і ў Росіі. На сьогоднішній день наша продукція востребована в рамках програми модернізації під будівництво атомної станції в Беларусі. Мы участники этой программы. А также мы 70% нашей продукции экспортируем в Россию. Это счетчики электроэнергии, платы, полуфабрикаты. Мы планируем нарастить объемы, выйти с новой продукцией на российский рынок. Это счетчики воды и газа. И в протяг темы супрацовництва. Только за первый квартал этого года объем российских инвестиций у экономику Гомельской области склал амаль 155 миллионов долларов. Это 46% укладания, которые поступили у регион от замежных инвесторов. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Першых тысячников сегодня ушановывали у Рэчыцкім районе. У лидерах работники одразу нескольких господарок. Усяго 24 комбайнеры и водители. Комбайнер сельгаспрадприемства «Холмич» Иван Вырвич працуе 26 лета запар. Быть у лику первых тысячников для его уже традиция. У гэтым годзе аграрный рекорд поставил у 15 раз. Профессия тяжелая, конечно, но на земле надо работать. И вот очень трудно работать. Надо рано встать, поздно лечь. И так и у поля. Зерно наросло капитальное вообще. Такого давно не помню.
Дякуючи таким людям, частка господарок уже на экваторе уборочной. У этом спесе и холмич. На уборце тут 10 комбайнов, столько же машин на отгрузце. У полях до 15 их один у сутки. Урожайность завсёды узорная. Агрономы признаются, добрый выник дался нелегко. А пошние засушливые годы примусили переглядеть структуру посевов и технологии. Раньше высеваем, за счет этого не попадаем под засуху. В этом году первый раз мы посеяли озимый ячмень. Лучше показал, неплохой получился. Я думаю, в следующем году будем увеличивать посевы озимого ячменя. Усяго подсбожжевы у регионе отведено амаль 350 тысяч гектаров, 250 подозимые. По агульных оценках яны дают больше высокий урожай, особливо у зоне рызыкованного земляробства. У гэтых районах покуль трымается сухое и сонечное надворье. В уборцах это только на руку. До того же экономия на сушильных процессах. Мы должны как можно больше и быстрее, особенно качественно, убирать каждый день. Потому что мы прекрасно понимаем, за такой шикарной погодой обязательно последует непогода. Те цифры, которые нам доведены и по сдаче зерна государству, и госрезерв, и все остальные, и по заготовке для животноводства, мы должны их выполнить и надеюсь, что все это будет сделано. План по уборке у Гомельской области выполнен больше, чем на 30%. Уборочная кампания у центра уваги вратавальников и правоохранников. Супрацовники МНС и прокуратуры сегодня провели рейд у Гомельском районе. Его задача – проверка выполнения правил пожарной безопасности, стана техники, выявление правопорушений. Подробности у наступном сюжете. Аграрное предприятие «Славмол» на уборочную накировало все силы. По словам работников, кампания проходит в звучайном режиме. Певные рубежи уже достигнуты, але працы напереди еще шмат. У нас имеется 6 комбайнов в наличии, все 100% на ходу. В настоящий момент находятся в поле. Мы закончили уборку ячменя, это 450 гектар. Урожайность составила порядка 40 центнеров за гектара. Сейчас перешли на... Вот мы находимся на поле на уборке овса. Вот. Надеемся, тоже урожайность не снизится у нас. Не меньше важно, у каких умовах проходит уборочная. Это саправды складаны перыд як для техники, якая працует до износу, так и для людей. Надзвычайно высокая температура поветра, постоянное знаходжение под открытым солнцем – уже серьезные факторы рызыки. Але кераунитство Славмола упэўнивая – все под контролем. Механизаторы обеспечены всем необходимым. Питание двухразовое. Подвоз воды обеспечен в связи с погодными условиями, жара стоит. Вот, на поле находится также противопожарная емкость воды на случай непредвиденных обстоятельств. Ну, все работает, все в обычном режиме. Задача выратавальников и правоохранных органов у первую чергу доведаться, у яким стане техника. Пожар могут выкликать короткое замыкание электропроводки, разрыв гидравличных шлангов, попадание масла на нагретой поверхне руховика. Наявность сродков тушения огню – обовязковая мера, и выканание якой погрожает серьезными санкциями у относенных до працедавцы. Побач повинна знаходиться машина МНС альбо уласная техника предприемства с достатковой колькостью воды. Процессы сушения, очистки и заховывания зерня так само под пильным контролем. Найчастейшие причины узгарання у на подобных объектах – невыканание режима сушения, несправность обсталявання. Усе меры для супрацтаяния огню повинны быть выкананы. Але не только пожарная безпека цікавить удельника у рейда. Сфера интереса у правоохранников закраная и іншие темы. Особое внимание уделяется профилактике правонарушений, соблюдению технических норм уборки урожая, его хранению и пресечению хищений. По результатам выявленных нарушений принимается решение о принятии мер прокурорского реагирования. Ситуация с пожарами подчас уборочной у Гомельской области стабильная. Все лето выратавальникам покуль еще не приходилось сутыкаться с серьезными инцидентами на полях. Згодно статистике, наибольшая колькость подобных здарений отбывается минавито из-за порушения працовной дисциплины. Супрацовники МНС закликают работников агропромыслового комплексу отказно ставиться до своей працы. Миколай Скинсиан, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». Боротьба с киберзлочинностью, экстремизмом и проявами национализма. Сегодня в Управлении Следчего комитета Республики Беларусь подвели выники селетней деятельности и назвали приоритетные накерунки работы этой правоохранной структуры. Запасной нарады материал наших корреспондентов.
Подведение выника у работы справа звычайная, але на гэты раз есть одна особливость. Усебаковый анализ деятельности структуры проходит на переды дни 10-й годовины створения Следшего комитета Республики Беларусь. В 2011-м его основу склали супрацовники следших аппаратов органов прокуратуры, внутренних справ и Комитета державного контроля. Ветераны узгадывают, спочатку не было навод одиных подыходов до расследования криминальных справ. За минулый час многое изменилось. Следший комитет оснастили сучасной техникой, якая допомагает оператив раскрывать злочинство, у тым ліку тяжкие. Плюс профессийная подрыхтовка следчих, якая ведется на нескольких базах. Навод во управлении следшего комитета по Гомельской области открыли свой криминалистичный класс, где специалисты отрымливают теоретичные веды и учатся моделировать разные ситуации на полигоне. Комплексный подход дозволяет досягнуть вельми недренных выников. Ряд положительных тенденций в нашей служебной деятельности. Во-первых, недопущено лиц, незаконно привлеченных к уголовной ответственности. Раскрыты все совершенные в текущем году убийства, причинение тяжких телесных повреждений, разбоя, изнасилования. В то же время повысилась оперативность расследования. Практически 60% уголовных дел расследуется в срок до 1 месяца. Возмещаемость ущерба, причиненного совершенными преступлениями, составляет более 82%, что является лучшим показателем в республике. Сегодня без уделу следчих не обходится расследование ни одного злочинства. При этом следчие процессуальные деяния проводятся при любым надворье и в любой час суток. За относно невеликий отрезок часу следчий комитет стал ключевым звеном правоохранной системе Беларуси, здольным вырашать любые задачи с уликом реальной криминогенной ситуации. Преступления, связанных с использованием компьютерных технологий. Это и мошенничество, это вымогательство, это и хищение с использованием компьютерной техники. Соответственно, и акценты, внимание Следственного комитета прежде всего уделяется этим вопросам. Также большое внимание будет уделено расследованию, полному всестороннему объективному расследованию преступлений, связанных с проявлениями экстремизма, терроризма. Большую работу следователями Гомельщины в том числе проводится в рамках расследования под эгидой Генеральной прокуратуры уголовного дела о событиях Второй мировой войны, о геноциде в отношении белорусского народа. Вот эти направления в настоящий момент, исходя из оценки складывающейся ситуации, видятся главными. Олег Сентюров, Ганна Каральчук, Валера Хапанько, Телерадо, компания Гомель. У Беларуси дзейнічаюць забароны и абмежаванне на наведванне лясоў у 57 районах. Гэта вынікае з дадзеных аператыўнай карты, размешчанай на сайте Мінлясгаса. Больш за ўсё районаў, дзе ўведзена поўная забарона, у Гомельскай вобласці 16. Таксама ў двух районах, Петрыкаўскім і Октябрскім, наведванне лясоў абмежавана, а Брагінскі, Лоеўскі і Жыткавіцкі адкрыты для адпачынку і збору лясных дароў. 400 баллов с 400 махчимых. Анастасия Савастянок со Жлобина сёлета стала абсолютной рекордсменкой на централизованном тестировании. У суму вошли выники по белорусской и английской мовах, средние баллы тестата и 100 баллов за перемогу на Республиканской олимпиаде по громадознавстве. Анастасия сёлета выдатно скончила лицей БДУ, где провела апошние 2 года. До гэтага дзяўчына вучылася у Жлобинских средней школе номер 13 и гимназии номер 1. Таким чином, базовые веды отримала у родным городе. Активно удельничала в олимпиадах по английской мове, где займала призовые места. Однако 100 баллов по этим предмете не чакала. Я понимала, что результаты уже есть. Это было 8 июля, 4 часа вечера. Вот, и я захожу на сайт, беру телефон и говорю: нет, мама, смотри, ты, если будет сильно плохо, то скажешь мне. Она так смотрит, потом поворачивает телефон, говорит: Настя, у тебя 100. Я просто закричала на весь автобус, все сразу стали аплодировать, вот, поздравлять меня. Ну, это было очень приятно. Вот я опять же стала звонить там педагогам своим, благодарить их, родителям, знакомым. Такого поспеху Анастасия досягнула без допомоги репетиторов. Займалась самостоятельно и наведывала факультативы по профильных предметах. Для меня эта дополнительная мотивация не нужна была, потому что я и так всегда горела желанием заниматься, мне это нравилось, мне это было интересно, меня это увлекало очень сильно. Поэтому, ну, я считаю, если ты живешь этим, если учеба превращается в твое хобби, то тебе даже никакие репетиторы, собственно говоря, и не нужны. И все вполне реально.
Пры гэтым у дзяўчыны хапала часу на заняткі вакалам, мадэлінгам і ўдзел у культурным жыцці навучальнай установы. Зараз Анастасія падала дакументы на спецыяльнасць міжнародныя адносіны ў БДУ. У будучыні плануе будаваць кар'еру дыпламата. Дарэчы, у гісторыі уступнай кампаніі Беларусі гэта другі выпадак максімальнага бала ў абітурыента. Упершыню ў 2018 годзе 400 балаў набрала таксама цяперашняя студэнтка факультэта міжнародныя адносіны БДУ Анастасія Жаўнерык. Гэтая, а таксама іншыя навіны, інфармацыю аб праектах тэлерадыёкампаніі «Гомель» вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Усяго добрага і да новых сустрэч у эфіры. Эфір телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Николай Скинтиян. Здравствуйте. Гомельчанин выращивал коноплю прямо в квартире. В гости к 46-летнему мужчине пришли сотрудники наркоконтроля и участковый инспектор. Горожанин работает директором одного из частных предприятий. Для разведения марихуаны использовал специальный посадочный грунт, жидкость для удобрения, приспособление для полива. Оперативники изъяли выращенный куст конопли с корневой системой. Помимо этого, нашли в комнате семена каннабиса, сито, приспособление для курения со следами нагара. Судя по последнему аксессуару и многочисленным высушенным листьям на столе и полу, марихуану мужчина употреблял прямо здесь же в квартире. А то, что это особо опасное наркотическое средство, на следующий день подтвердила проведенная экспертиза. Следователи в отношении гомельчанина возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств. Милиция региона продолжает проверки объектов агропромышленного комплекса. Так, в деревне Вербовичи Наравлянского района на подворье 50-летнего лесника обнаружено 6 тюков сена общим весом почти 2 тонны. Мужчина похитил их с поля, принадлежащего местному КСУП. По факту проводятся проверочные мероприятия, дается правовая оценка действиям задержанного за хищение госсобственности. Также у правоохранителей есть вопросы к организации сторожевой охраны на предприятиях сферы агропромышленного комплекса. В Гомеле задержан хулиган, разбросавший на дороге металлические ежи. Милиционеры получили сообщение от таксиста. В районе остановки «Кристалл» водитель пробил правое переднее колесо автомобиля. После остановки осмотрел его и нашел ежа. Еще таких же 4 обнаружил на проезжей части. Оперативники уголовного розыска вышли на злоумышленника. Им оказался 25-летний гомельчанин, ранее неоднократно судимый. По его словам, на хулиганскую выходку сподвигла непростая ситуация в жизни и в семье. Возбуждено уголовное дело, парень помещен в ИВС. В Добруше у ребенка застряла нога между элементами детской горки. Понадобилась помощь спасателей. Инцидент произошел в одном из дворов по улице Полевой. При помощи гидравлического инструмента ребенок был освобожден. Помощь медиков не потребовалась. Это все новости на сегодня. Берегите себя и оставайтесь на Беларусь-4. До свидания. На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта в студии Влада Абрамова. Здравствуйте. Владислав Смягликов удачно стартовал на Олимпийских играх в Токио. Атлет из Гомельской области выиграл у спортсмена из Самоа Ата Лео Пладицки Фаугали. Победу нашему боксеру, который действовал на ринге в излюбленной атакующей манере, отдали 4 из 5 обслуживающих бой судей. Следующим соперником белоруса будет новозеландский спортсмен Давид Нюка. Поединок состоится 30 июля. Гомельчанин Александр Фоминов не выступит на Олимпиаде. Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете. Ветеринары в Токио диагностировали у лошади Мартини, на которой выступает спортсмен, серьезное заболевание. Какое именно, пока не уточняется. Таким образом, 30 июля на старте индивидуального турнира в конном триборье Беларусь представит Александр Зеленко на лошади Карла Гранде. 28 июля стартует спартакиада детско-юношеских спортивных школ Беларуси по стрельбе из лука. Соревнования пройдут на стадионе «Луч». Выявлять сильнейших будут на протяжении 3 дней. Победителей определят как в личном, так и в командном зачете. С новостями спорта вас знакомила Влада Абрамова. Оставайтесь на «Беларусь-4».